телефон, фотоаппарат и ручка. Инстаграм. Брюнетки. Больше всего нравится читать. Я читаю или смотрю фильмы. Красивый, большой и многолюдный. Ну, все детство мое это я одно сплошное яркое воспоминание. Можно так ответить? Нету, наверное. Избавился. Были. Я просто удаляю все сообщения. У меня такая привычка. Последнее входящее. Что-то от Кейсела. Я считаю, что я еще ничего не достиг. Я прям на нуле. Я считаю, что все мои достижения еще в будущем. Воспитание. Самообразование. Терпение. Ответственность, мужественность, естественно, и трудолюбие. Если бы не шоу-бизнес, то было бы просто бизнес без шоу. Но, если честно, с детства всегда мечтал быть невидимкой. Просыпаешься утром, идешь на тренировку, после тренировки заканчиваешь дела по работе, потом идешь в кинотеатр один, смотришь фильм, после чего встречаешься с друзьями и хорошо проводишь вечер. Но я бы хотел поговорить с Киану Ривзом, наверное. Любимый фильм – это «Клик» с пультом по жизни Адам Сэндлер. Джаваб. Исчерпывающий ответ, называется, на русском. Все фильмы Джеки Чана, Жан-Клода Ван Дамма, не знаю, все боевики. Я в детстве только такое смотрел. Группа АБК, Backstreet Boys и Onyx. Любимый город Алматы, конечно. Пицца. Ну, я не знаю, пусть будет банально, но ты самая невероятная. Мечтаю посетить Америку, наверное. Моя семья – это моя опора, это самое главное, что есть у меня в жизни. Моя работа – это то, что приносит мне удовольствие и деньги. Финансовое. В 16 лет мы продавали, покупали айфоны с Америки, продавали здесь. Избегая женщин. Я сегодня видел кошмар, поэтому с какими-то плохими мыслями я проснулся, но я уже не помню, какими. Какой-то юмор, наверное. Как можно сильнее раздражать девушку. 80% успеха зависит от 20% ваших усилий. Макароны по-флотски. Осьминога. Трудолюбивый. Эгоистичный. Нормальный.